Йоу, всем привет, друзья, с вами Итан, и мы продолжаем прохождение Lost Planet 3. Возвращаемся мы на ледяную планету Эден, опять-таки, 3. И давайте сейчас направляться к ретранслятору, который стоит починить, чтобы у нас вновь появилась связь. Так, взял я еще парочку дополнительных заданий и также прокачал оружие и немного нашего робота. Так, ну, в принципе, все. Продолжаем потихоньку. Будем двигаться к нашей цели. Так, нас, кстати, кто-то подцепил. А, нас спреем сейчас обрызгают. Ну, для того, чтобы не пришлось нам, как в прошлый раз, разбивать ледяной панцирь нашего бота. Так, что, загрузка, что ли, будет или нет? Не знаю, да. Походу, загрузка будет. Hey, baby. Quick message. And, not to worry you, but apparently I am slipping quietly out of my mind. Жена сходит с ума. This week I found my keys in the door on the outside, of course, my slippers in the shower, and my toothbrush in the refrigerator. Because you know how important dental hygiene is to produce. Seriously, what is happening? Unless the little man is telekinetic and evil, moving objects around with his mind just in order to drive me crazy, then your wife has become mentally unbalanced. So, that's good news, right? Yeah. I got things totally under control. I don't know. Kisses. Милая жена, довольно-таки. Но мы уже торчим около года на этой планете. And, not to worry you, but apparently I am slipping quietly out of my mind. ВТФ, а чё второй раз пошло? Фигня какая-то. Ну ладно. Двигаемся дальше. Жаль, что наш железный конь не может передвигаться побыстрее. Немножечко. Это было бы гораздо приятнее. Так. Нам куда-то надо. А. Идем по маркерам. Кстати, я даже не совсем помню, куда мы движемся. Так, сейчас глянем. По журналу. Так, ну да. Ретранслятор починить надо. Окей. Также есть два дополнительных задания, которые мы выполним по ходу. Надо будет забрать энергию из первой пещеры, где мы искали Диас. А также найти, в общем, найти монстра с наиболее чистым содержанием Т-энергии. То есть для того, чтобы, ну, для экспериментов, короче, нам нужно профессору достать. Ну, это уже будет все в процессе, а пока что наша главная цель — это ретранслятор. Такие вот дела. Все, покинули мы нашу базу под названием Кронис. Я вижу там куча мелочи. Воу. Так, потихонечку. Надо насос нам расковырять. Сейчас немного их попилю. Лопаются как пузырики. Так, давайте-ка. Отлично. Так, поехали. Что-то мы сломали. Так, давайте с ними разберемся. По-быстренькому подсоберем здесь энергию. Но они, кстати,
начали сваливать почему-то. Непонятно, ладно. Окей. Сейчас быстренько починимся и дальше в путь двинемся. Даже как-то в ритм получилось. Ну, игра, конечно, не супер там ААА проект, а такой крепкий среднячок, на мой взгляд. Но что делать? Надо ее добить до конца, я считаю. Так, у нас все в порядке. Единственная эта тварь, она меня напрягает немного. Фас. Воу. Неплохо. Так, двоих я убил. Там еще третий где-то бегал. Ну, дружочек, дружок, давай. Я назвал этих тварей Булсквидом. Они очень похожи на одноименные существа из Half-Life. Если кто помнит. Так, шкаф нам не нужен. Давайте в нашего робота залезем, чтобы уже спокойнее было. Так, подождите. А, мы же не восстановили. Мне кажется, сейчас меня уничтожат. Так, надо вылазить. Черт, и что делать-то? По идее, он должен восстановиться, как мне кажется, или нет? Спустя некоторое время. Блин, ну это очень дерьмо на самом деле. Так. Кинь туда гранатку, не знаю. О, не, неплохо получилось. Блин, вот упыри. И еще один. Даже два. Так, все, робот у нас живой. Все, можем двигаться спокойно дальше, без всяких проблем. Так, музыку выключим. У меня такое ощущение, что мы идем не совсем туда. Вроде бы туда. Врал Маршал. Маршара, да? Короче, неизвестно, что нас ждет на этом ретрансляторе, но мне кажется, чуть мое сердце, он не случайно нагнулся. Ну, накрылся. Не знаю, короче. Что-то там нечистое происходит. Туда или сюда? Не, не сюда, это точно. Циц. Нет. Куда же нам идти? Я думаю, возможно, нам надо просто спрыгнуть. Как вы думаете? Или же мне кажется. Давайте спустимся, посмотрим. Здесь вообще все конкретно пустынно. Даже более чем. Так, карту взглянем. Таких херовых карт я просто никогда не видел. Мы не туда зашли. Стопудово. Вроде бы местность не такая и огромная, но заплутать... Ну, наверняка нам сюда придется прийти, это 100%. Вопрос только в том, когда. Ну, сделали бы тогда закрытую область, не знаю. Ну, не в кайф как-то.
Вроде зашел, думаешь, что-то здесь будет, а ни хрена нет, поэтому все это печально, на мой взгляд, с точки зрения геймдизайна, потому что, ну, на кой хер тогда она открыта, если здесь ничего нет, правильно? Не совсем понятно. Так, ну ладно, тогда идем мы в другом направлении. Самое жалкое в этом моменте то, что теряется очень много времени вот на всякую ерунду. Я, кстати, что-то вижу. Нет, ничего там нет. Вот, а время — это деньги, как вы знаете. Поэтому берегите время. Так, ну я уже совсем от нашей темы отошел. Струя епископа. Очень интересное название. Видимо, там есть какая-то подземная река. Ну, мое предположение. Хотя в такой мерзлоте было бы удивительно, что похожее иметь. То есть где-то должно это таять. Ладно, идем мы по каким-то пещерам. Так, жена, иди спать. Мужики как бы работают, да, но тут... О, твою ж мать, а чё это за хрень такая? Офигеть. Охренеть. Ну, она, кстати, конкретно мне подпортила корпус. Блин, жесть. Эти крабы, они просто какие-то бешеные на самом деле. Не могу его поймать. Но они сейчас будут конкретно долбить по мне. Надо их как-то потихоньку выцеплять. Отлично. Один у нас готов. Самое хреновое, они со всех сторон меня пытаются поджать. Так, идем в направлении. Не обращая внимания. Со спины. Так, 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 давай. Да, детка. Окей. Hey, beautiful. Just sitting out another storm here. You know, about out of nowhere while I was working in the South Valley. Barely got to my rigging time. I don't want to overstate the obvious here, but it is brightly cold out here. Not just winter in Michigan cold. I took a deep breath this morning and the hair in my nostrils froze in place. No joke. Yeah, at least the air's clean, I'll give it that. I'd love to say I'm getting used to it, that the cold is growing on me. But it ain't. Не совсем понятно, к чему здесь этот ролик. Может быть, у меня баги с самой версии игры, я, честно говоря, не совсем врубаюсь. Ну, может быть, так задумано. Raise our boy for a year or two, or no. Блин, на 2 года ушел, как в армию раньше. Только не в армию, а на другую планету мужик полетел. I mean, it is rightly cold out here. Love you, babe. Ну
Не, все нормально. Добрались мы до пика Шелдона, где-то здесь находится самая высокая точка. И потихоньку мы будем сейчас забираться наверх. Я так думаю. Надо побольше осматриваться по сторонам, потому что здесь могут быть спрятаны разные, ну как мы с вами уже видели, разные рода ресурсы. Именно для апгрейда нашего робота. Ну, они как бы продаются в магазине, но смысл тратить драгоценные кредиты, я как бы, ну, не вижу. Давайте спрыгнем. Там есть закоулок, я хотел бы посмотреть, может быть, что-то полезное здесь будет. Так, что-то есть. Тут пусто. Тут тоже пусто. Дверь закрыта. Короче, считай, что ни хрена нет здесь. Окей, ладно. Робот при виде меня начинает готовиться. Что я в него запрыгну? Так, а все, здесь пройти нельзя, кстати. Блин, не туда, чувак. Чувак, не туда. Я реально тупанул сейчас конкретно. Ну, с кем не бывает. Так, нам нужно еще и робота, оказывается, поднять наверх. Дополнительная задачка. Так, туда мы... Там ничего нет, даже не пойду. Просто не хочу тратить время. Может быть, там что-либо и есть, но время дорого. Уже порядка 17 минут идет запись, хотя мы, ну, толком только успели дойти до ретранслятора, и то кое-как. Так, давайте откроем эту воротину. Застыкуем, точнее пристыкуем робота, так будет правильнее, и мы можем подниматься на самый верх. Да, подъемник тоже поврежден, и нужно будет его восстанавливать потихоньку. Гребаный денек. Окей. Первый этап, да? Активировали мы первую, значит, не знаю, систему. Робота нашего пристыковали. Так, давайте туда двинемся. Так, сюда нельзя. Идем тогда дальше. По скалам, не знаю, или в пещеру. Да, пещера. Нам подсказали. Побежали, побежали, побежали. Наверняка мне сейчас будет тьма просто акридов. Но я уже видел все абсолютно. Даже как они вылупляются. Поэтому... Опа. Булсквит. Не, ну очень похож, согласитесь. Единственное, у того не было таких хвостов длинных. И множество. И они не были такие быстрые. Плевались всякой гадостью. Но внешне, визуально, чертовски похоже. Ах ты, подонок! Так, давайте подождем этого, наверное, точно так же будет самый простой вариант.
Ае. Люблю я перекаты. Передвигаться, точнее, перекатами. А вот наш генератор, да, по-моему. Отлично, все заработало. Вторая станция тоже у нас запущена. Теперь нам нужно, наверное, через этот туннель идти. Или нет? Не, надо возвращаться на место. И там у нас будет уже... А. Так. Почитаем на досуге. Сейчас у нас нет времени на все это. Так, куда там дальше? Отлично, у нас уже второй подъемник включен. Цепь пошла. Оу. Как хорошо, что есть крючок, как у Бэтмена. Мне кажется, это нам чертовски сильно облегчает. А, в прямом смысле жмем А. Оу, е. Да. Повезло. Так, что это было, я не понял. Блин, все-таки вот даже спустя определенное время, да, некоторое. После релиза, и вот я запустил вновь, скачался патч, все установилось, но в игре такое ощущение, что стало еще больше багов, хотя они были в начале. Как так? Так, ну это мы уже начинаем выполнять сразу второе задание. Воу. Дополнительное. Собираем чистую кровь Акрида. Ладно, давайте, кстати, подождем, пофармим до конца. Пистолет возьмем. Давай. Рожай. Что-то не хочется рожать совсем. Ух. Рванул-то как от души. Ради энергии-то и бьемся на самом деле. Люблю я такое мясцо. Весьма эффектно это смотрится. Так, еще парочку. Не такие уж они и страшные. Хавай. Все, готово. Все у нас отлично. Так, единственное, надо вот это разминировать. Поле. Сейчас еще подсоберем немного, и все будет окей. Тут, кстати, очень много этих яиц. Все они взрывоопасны, и нам нужно все-таки идти в другой тоннель, который был немного правее.
Ох! Твою ж! Здесь целый улей. Кстати, эти яйца тоже подрывают иакридов без разбора. Ох! Здесь лучше не перекатываться. Быстренько пробегаем этот участок, потому что он весьма-весьма опасный. Так, поехали. Греночку туда кинем сразу. Найс. Все круто у нас. Бежим дальше. Мы очень близки к цели, поэтому не стоит нам отступать от плана. Это гигантская самка, что ли, или кто? Бежала. Так, сейчас мы глянем, нет здесь ли какого-нибудь полезного предмета. Нет. Увы и ах. Пошли. Так, есть что-нибудь полезное? Также ничего не находим. Единственное... Нет, не единственное. Как-то мне вот эти антуражи напоминают, ну, начало игры Darksiders 2. Там тоже дело в ледяных таких скалах начинается. И очень-очень похоже. Может быть, даже на одном движке. И вот звуки даже, все это как происходит, весьма похоже. Прям как копипаст. Ну, это чисто мое такое внешнее наблюдение. Также враги там на кусочки просто разлетаются. Весьма круто. Так, снизу закрыто. Давайте тогда пойдем далее. Ну, нам осталось совсем немного пройти. Уже половина пройдена практически. Интересно, чем он определяет звук, не знаю, или по температуре. Как он определяет свою жертву? Как далеко мы забрались? Я бы в жизни не решился на такое дерьмо, там куда-то лететь на какую-то планету. И пофиг, что работы нет. Так, внизу мы там ничего не упустили. Так, ну поехали. Я стараюсь быть внимательным, чтобы потом никто в комментариях не писал, типа, вот там, пропустил все дела. Ну, весьма напрягает, если честно. Так, очень интересная пещера. И что у нас здесь? Охренеть. Вот таких мы уже не видели. Они еще и летают теперь. Как пчелы. Кроме того, они еще и какой-то хренью в тебя бросаются. Мерзкая слизь. Но здесь это просто какой-то кошмар. Ну-ка. Нужен пистолет.
принципе, они лопаются, как, не знаю, новогодние шарики. Поэтому особой угрозы нам не представляют. Поэтому, я думаю... Блин, ну столько гнезд, кстати, здесь много. Мне даже как-то что-то перехотелось перебегать. Лучше аккуратненько пройти. Или пробежим. Да давайте, пофиг, пробежим. Главное, чтобы они нас не захватили и не утащили куда-нибудь в гнездо. Иначе нам точно хана. Так, вроде бы все. Весь ужас позади. Так, а сюда можно залезть? Не-а. Ладно, не будем испытывать мы судьбу. И я думаю, вот здесь вот у нас тихое местечко есть. На этом... Точнее, в этой пещере мы закончим эту серию. И уже в следующей будем забираться на самую вершину горы. В принципе, какой-то определенный участок пути мы преодолели. Я думаю, это здорово. Никто не помер. Самое главное. Так что оставайтесь на канале. Всем до скорых встреч. Всем пока. И удачи!